И в заключении, знайте, пожалуйста, предупреждать от тех, кто дает неправильные ответы по исламу, это не фитна. Наоборот, фитна и смута – это когда люди безразличны и молчат. В таком обществе будет легко распространяться заблуждение, когда многие либо лентяи, либо эгоисты, либо невежды. Пророк Мухаммад, алейхиссалям, учил, чтобы люди были заботливыми и чтобы предупреждали от такого типа людей, который приступил к границе дозволенного и вредит другим. Пророк сказал о таком «Уткуруху бима фих» – «Упоминайте о нем то, что в нем есть», «Хатта яхдараху нас» – «Чтобы предупредить людей». Был отправлен вопрос. У нас дома наши ханафитские шейхи говорят про Абу Али аль-Ашари, что он противоречит иджме, исламу, и заблуждает людей, что он на самом деле не ашарит, а псевдо-ашарит. Можно какой-то пример от вас, где он иджме противоречит? И второй вопрос. Недавно Абу Али написал про вас, что вы джахиль. Почему он так говорит, и встречались ли вы с ним? Баркал. Мы с ним нигде не пересекались, но между нами давно была короткая переписка. А ваши ханафитские шейхи, они не ошиблись. Рашид Исаев, который больше известен под именем Абу Али аль-Ашари, он и вправду, к сожалению, противоречит иджме в некоторых важнейших вопросах, касающихся ислама. А насчет того, чтобы привести пример, я боюсь, что если я сразу приведу пример, то кто-то может не понять. Поэтому совместим. Сделаем короткий урок, и я приведу обязательно пример. Я думаю, так будет лучше и понятнее для людей. Значит, начну с того, что кто присутствовал на нашем прошлом курсе уроков, возможно, помнит, мы проходили, что есть такие атрибуты созданных, которые присущи только созданным. И если кто-то припишет Создателю эти атрибуты рабов, то такой человек отступит от ислама, а также отступит от ислама тот, кто отвергнет такфир в отношении такого человека. Приведу примеры, если кто-то не проходил эту тему. Например, если кто-то скажет, что у Господа Бога, у Аллаха, будто бы есть внутренности, как печень, почка, сердце, желудок. Это все качества раба, качества творений. И приписывать эти качества рабов Создателю является отступлением от ислама, а также отступит от ислама тот, кто осознанно скажет, что это не отступление от ислама. То есть, кто причислит таких людей к религии всех ангелов и пророков, к религии ислам, такой человек тоже впадет в неверие. Другой пример. Например, если какой-то человек скажет, что Всевышнему присуще иметь жену и потомство с ней, это однозначное отступление от ислама. А также отступит от ислама тот, кто скажет «нет». Это не куфар, это не выводит из ислама сказать, что у Бога есть жена и потомство с ней. Кто так скажет, это тоже отступление от ислама. На арабском говорят куфар, неверие. Рашид Исаев знает эту тему. Абу Али знает эту тему, что в исламе есть такое правило, когда если человек скажет на явное неверие, что это не неверие, такой человек сам отступит от ислама. Абу Али не раз писал про это в своем личном Ask.fm. Одна из проблем, значит, в Аске, с которой я столкнулся, тут в Аск посыпались мне вопросы насчет Дарими. Абу Али не раз писал про это в своем личном Ask.fm. Есть его ответы, где он говорит, например, что те, кто отвергают такфир в отношении язычников, христиан, иудеев, то таким людям выносится такфир. То есть, кто считает их верующими, такой человек сам является неверующим. А также Абу Али упоминал, что является неверием, куфром,
считать мусульманином того, кто думает, что поклонение достоин не только Бог, но и кто-то еще. То есть, кто считает, что такой человек не попал в куфр, тот сам впадает в куфр, говорил Абу Али. И этот ответ правильный, он соответствует тому, что говорили ученые ислама испокон веков. И приведу третий пример, который уже связан с неверным убеждением Абу Али. Вы знаете, что сидение, арабы говорят джулюс или куууд, сидение, это атрибут созданных. В Коране сказано «Идхум алейха куууд» в этом аяте. В этом аяте о людях сказано «сидят». То есть это качество человека – сидеть. И не только человека, и животных. Там котам, собакам, поросятам и другим созданиям присуще сидеть на ком-то или на чем-то. А Создателю Аллаху, Субханаху ва Та'аля, этот созданный атрибут не присущ. Он причист от этого. В Коране сказано «Фаля тадбурибу лиллахи л'амталь» «Не уподобляйте Аллаха творением». «Не уподобляйте Аллаха творением». У Аллаха нет такого имени или атрибута «сидящий» на ком-то или на чем-то. Сказать, что Аллах сидит на ком-то или на чем-то из своих созданий, это неверие, а также является неверием сказать, что это не неверие. То есть нельзя отвергать такфир в таком очевидном вопросе. Создатель причист от сидения, лежания и других качеств людей. Я напомню, дорогие мусульмане, что все, что связано с верой в Творца, нужно быть очень и очень осторожным. Приписать Создателю качество людей – это шатм, ругание Создателя. Одно из доказательств этому – это то, что сам Создатель сообщил пророку, что человек «шатамани» – ругал меня, «валям якун ляху талик», и он не имел на то права. И дальше сказано, что Всевышний сообщил пророку, что ругание человека о нем являются слова «Иттахадаллаху валяда», что у Бога есть сын. То есть только это уже считается руганием. Это передал имам Аль-Бухари. Саллаллаху алейхи вассалям, каддабани ибн Адам, валам якун лаху далик, вашатамани ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري. Сын. То есть только это уже считается руганием. Это передал имам Аль-Бухари. А некоторые думают, что приписать Богу качество человека – это будто бы пустяки. Нет, дорогие, это не так. Создатель говорит, что это шатм ругание. И поэтому ученые ислама говорили, что приписывать Создателю качество рабов, будь то сына, или тело, или изменение, или сидение, это все ругание. Значит, Ахлю Сунна валь Джама всегда говорили «Ваман васаф Аллаха биманан мин маани л-башари факат кафар». Это значит, кто приписывает Аллаху какое-то качество башара, человека, факат кафар, тот кафир, неверующий. Эти слова записаны в авторитетнейшей суннитской книге «Аль-Акида Ат-Тухавия», которая была написана
еще во времена саляфов, то есть в первые 3 века хиджри. Это больше 1000 лет назад. И что важно помнить, что в начале этой книги ее автор имам ат-Тахави подчеркнул: «Хаза зикру баяни акидати ахль-суннати валь-джама». Это значит, этот труд, это баян, то есть изложение или разъяснение акиды ахль-сунны валь-джама. То есть этот труд содержит неискаженные знания, чистые исламские знания, которые дошли до нас от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему. Поэтому, если кто-то скажет, что приписать Аллаху качество башара, человека, например, сидение, что это будто бы не выводит из ислама, это уже не путь Ахль-Сунна валь-Джама, это искаженные знания, и такие неверные ответы дают самозванцы, псевдо-ашариты и им подобные. И если вы не понимаете сейчас, почему такой большой акцент на этот вопрос, чуть-чуть дальше вы поймете. И очень важно еще будет упомянуть, что тот факт, что приписывание Богу сидения на своем творении, например, на потолке рая, на аль-арше, на троне, тот факт, что это неверие, куфр, это подтвердил хафиз имам аль-Байхақи в своей книге «Шуъабуль-Иман» на странице 154. Это также подтвердил имам аш-Шафии, как это передал большой шафиитский ученый шейхуль-Ислам Ибн ар-Рифа в своей книге «Кифаятун-Наби Шарх ат-Танби» на странице 24. Это также подтвердил мухаддис имам аль-Каутари, который был помощником халифа Османского государства, в своей книге «Макаалату аль-Каутари» на странице 380. И вообще, дорогие мусульмане, в этом вопросе, что предать Богу сидение, что это неверие, в этом вопросе есть иджма, то есть единогласное мнение всех истинных ученых Ахль-Сунны валь-Джама. И эта иджма была известна много веков назад. Это упомянуто в книге ученого в науке Таухида Ибн аль-Муаллим аль-Кураши, в его книге «Наджмуль Мухтади ва Раджмуль Мутади». И биография этого ученого имама аль-Курашия есть в книге Ибн Хаджара аль-Асқалани «Ад-Дурруль Камина». А из более поздних ученых ислама, которые подтвердили, что есть иджма в том, что является неверием считать, что Аллах сидит на аль-Арше, на троне, это был, например, имам Ас-Субки аль-Азхари в его работе «Итхафуль Кайнат». А Рашид Исаев Абу-Али, к сожалению, противоречит этому иджма, этому единодушию всех исламских ученых и дает другой ответ. Когда у Рашида спросили, является ли куфром сказать, что Аллах сидит на аль-Арше и рядом с собой еще посадит своего раба, творение пророка Мухаммада, мир ему, Рашид дает типичный ответ течения псевдо-ашаритов и говорит, это не куфр, не неверие. И этот ответ Рашид неоднократно давал у себя в Аск.ФМ. То есть Абу Ханифа, Аш-Шафии, Аль-Байхақи, иджма есть. Все они говорили, что это неверие, а Абу Али говорит, это не неверие. Но разве он лучше понял этот вопрос, чем имам Аш-Шафии? Но разве он лучше понял этот вопрос, чем имам аш-Шафии? А также, когда Абу Али правильно писал, что секта ваххабитов не относится к Ахлю Сунне
и что они считают Бога материальным, с телесными атрибутами. И один внимательный человек спросил у Абу Али следующий вопрос. Что если какой-то человек поклоняется этому материальному объекту на троне, этому телу, и отрицает истинного Бога, то есть отрицает Аллаха, каков Он есть, без тела и без места? Говорит, не верю в Него, не поклоняюсь Ему, и Его вообще нету. То есть Аллаха отрицает, и вместо Аллаха этот человек считает Богом что-то материальное с телесными атрибутами. То разве такой человек мусульманин? Задали вопрос Абу Али, на что он ответил, такой человек мусульманин. Валь-айяду биллах. Дай Аллах каждому слушателю понимание, насколько это ошибочные и тяжкие слова. Согласно ученым ислама, этот ответ Рашида является неверием, таким же, как то, что сам Рашид говорил, когда он сказал, что тот, кто скажет, что поклонение достоин не только Аллах, но и кто-либо еще, такой человек попадает в неверие, а также попадает в неверие тот, кто скажет, что это не куфар. А в вопросе насчет предания Богу сидения действует такое же правило. Поэтому я посоветую для вашего же блага не задавать вопросы тем, кто противоречит иджма. Там, где есть явное неверие и нельзя отвергать такфир, Абу Али противоречит всем ашаритам и матуридитам, противоречит иджма и заявляет, что это не куфар. А там, где нет явного неверия и следует дать объяснение, он, бывает, без объяснений пишет «это куфар». Например, когда его спросили, является ли неверие в джиннов куфром, Абу Али написал «это куфар». Но в данном случае не следует спешить с такфиром. Если, например, какой-то человек недавно принял ислам, и он еще никогда не слышал, что в Коране и в Сунне говорится про джиннов, и поэтому этот человек сказал «я не верю в джиннов», ученые сказали, что такой человек не попадает в неверие, не отступает от ислама. А также то, что Абу Али написал, что тот, кто поверил, что 1 февраля будет конец света, что это куфар. Если человек имеет немного знаний и не знает про признаки конца света, не проходил эту тему и наивно поверил слухам людей и думал, что Аллах в этом году, 1 февраля, создаст конец света, то это не куфар, это не разрушает иман человека, веру человека. И по утверждению Абу Али получается, что если человек не выполнил свою самую главную обязанность в жизни, не познал своего Создателя, отрицал своего Создателя и поклонялся какому-то телу на троне, такой человек якобы мусульманин. А тот, кто познал Аллаха и поклонялся Аллаху, но поверил, что конец света будет 1 февраля, якобы такой человек кафир. Это нонсенс. И я напомню, что имам Аль-Газали в книге «Иль-Джаму Аль-Авам ан Ильм Аль-Калам» на странице 43 сказал «Ман абада джисман, кто поклонялся телесному, фахуба кафир, тот неверующий, би иджма аль уммати ссалафи минхум валь халаф». И в этом вопросе есть иджма уммы как среди салафов, так и среди халафов. То есть в этом вопросе были единодушны и ранние ученые, и более поздние ученые. А также сказал сам имам Аль-Ашари, салафи имам Абуль-Хасан Аль-Ашари, его истинных последователей называют ашариты, потому что его звали Абуль-Хасан Аль-Ашари. В своей книге «Ан-Навадир» имам Аль-Ашари сказал «Ман ятакада анна Аллаха джисмун». فَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ بِرَبِّهِ وَإِنَّهُ كَافِرٌ بِهِ. Кто взял в убеждение, что Аллах телесен, тот не познал своего Господа, и воистину он кафир. Ислам – это покорность Господу, покорность Аллаху. А кто даже не познал Аллаха, то кому такой человек был покорен? И так далее.
Есть и другие примеры, которые показывают недостаточную компетентность Абу Али по вопросам, что является неверием, а что не является. И, кстати, что касается его ответа, что будто бы если человек в нетрезвом состоянии говорит куфар, что он не попадает в куфар, тоже не следует так без объяснений распространять среди людей. Потому что сказано, что если у человека легкое опьянение, при котором он понимает, что говорит и что делает, если в таком состоянии человек сделает или скажет куфар, это является куфром и не будет ему оправдания. А если же человек выпил очень много спиртного и стадия опьянения настолько тяжелая, что он уже не соображает, бывает, такие люди утром не помнят, что делали ночью, то при такой тяжелой стадии опьянения, если человек сказал слова куфра, то в этом случае человек не попадает в куфр. Но, конечно, он фасик, большой грешник за то, что пьянствовал. А также, когда некоторые мусульмане обвинили Абу Али в неправильном поведении и в псевдоашаризме, и они написали на какой-то его поступок, они написали: «Наверное, Абу Али сделал этот поступок из-за того-то и того-то», то есть указали свое предположение. Когда этот разговор дошел до Абу Али, он сделал заявление и сказал об этих людях: «В их объяснении есть утверждение знания тайного». То есть они утверждают, что знают намерение в моем сердце, согласно которому я что-то сделал. Притязание на тайное есть куфр, поэтому пусть обновят ислам, кто такое утверждает. То это неправильные слова. Во-первых, если какой-то человек смотрит на цепочку поступков и, исходя из них, делает умозаключение или же предположение, даже если оно ошибочное, это не является притязанием на тайное и не является куфром. И, разумеется, такому человеку не нужно обновлять ислам, заново принимать ислам. И, во-вторых, выглядит некрасиво, когда про Абу Али говорят то, что он считает ему неприсуще, когда пишут, что и почему он сделал. Абу Али пишет, что это притязание на тайное и является куфром. А когда Аллаху, Субханаху, приписывают то, что ему не присуще, человеческие качества, то Абу Али спокойно говорит, что это не куфр. Поэтому, если Абу Али будет давать ответы про книгу «Гарри Поттер», если будет продолжать изучать приключения Гарри Поттера, людям будет меньше вреда, чем если он будет им рассказывать, что куфр, а что нет, давая неверные ответы. Надо пожалеть людей, которые и так страдают, что кругом много неправильной информации по исламу. Еще им не хватало, что человек выдает себя за знатока и ашарита, и при этом противоречит иджма. А также, когда Абу Али писал про уже ученого Ибн Таймию, что он заблудший, немного позже, спустя какое-то время, он написал, что если бы я встретился с Ибн Таймией, то попросил бы у него иджазу. И многие люди, прочитав это, сочли это странным, учитывая то, кем был Ибн Таймия. Вы наверняка знаете, кто такой Ибн Таймия. Хафиз Аль-Ираки в своей книге «Аль-Аджуйбатуль-Мадбия» передал, что Ибн Таймия противоречил исламу, противоречил иджма больше, чем в 50 вопросах, за что его неоднократно сажали в тюрьму. И значит, один из читателей написал Абу Али: «Вы же писали, что Ибн Таймия заблудший, зачем вам иджаза от заблудшего?» На что Абу Али написал: «Я ответил первое, что пришло мне в голову, не стоит к таким вопросам относиться слишком серьезно». Все, что связано с исламом, компетентный, заботливый и достоверный учитель не говорит первое, что приходит в голову.
а он взвешивает и лишь потом дает ответ, и он смотрит, чтобы его ответ не противоречил Корану, Сунне и Иджме. И добавлю, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему, он сказал: «Ла тачтамиу уммати аля долала». Это значит, что не будет иджма у моей уммы, у моей общины в каком-то заблуждении. То есть, если есть иджма от истинных ученых, значит, это правильный ответ, значит, это истина, это не заблуждение. А тот, кто будет противоречить своими ответами иджме, то такой человек, он не на правильном пути. И это сообщение пророка про иджма, это сухих, это достоверно, это передали имамы ат-Тирмизи, Абу Дауд, Аль-Хаким, Ибн Маджа и другие ученые. Поэтому Рашиду Абу Али не следует обижаться, когда его называют не ашаритом, а псевдо-ашаритом. Когда его спросили в Аск.ФМ, что он скажет про тех, кто называет его псевдо-ашаритом, Рашид написал, что они идиоты. Но почему они идиоты? И необходимо следить за языком и не спешить так говорить. Сперва надо узнать, кто так сказал и почему. Это даже аксакалы, которые годятся ему в отцы, говорят, что он псевдо-ашарит после того, как изучили, чему он учит. И я согласен с их мнением. Что касается второго вопроса, что он написал про меня, что я джахиль, невежда, то это не важно. Возможно, это первое, что пришло ему в голову, и нам просто не нужно относиться к этому слишком серьезно. И вместо того, чтобы обо мне говорить это, было бы намного больше пользы для людей, если бы он исправил своего коллегу Эрсина Амире, с которым он сотрудничает, который выходит на камеру и публично порочит добросовестных мусульман и путает казахстанский народ. Эрсин говорил, что... И есть запись с его словами. Он говорил, что ученый ислама имам Абдуллах Аль-Харари будто бы оскорблял сподвижников пророка, мир ему. Абдулла Аль-Харари в своей книге оскорбляет Муавию, да будет доволен им Аллах. Хотя мы его знаем как сподвижника нашего пророка, алейхиссалату вассалям. Он пишет об этом в своей книге. И в этом мнении они близки к шиитам и также оскорбляют сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Эрсин говорил, что... И есть запись с его словами. Он говорил, что ученый ислама имам Абдуллах Аль-Харари будто бы оскорблял сподвижников пророка, мир ему. Абу Али прекрасно знает, что это неправда. И он не раз писал, что тот, кто не считает имама Аль-Харари большим ученым Ахль-Сунны, тот либо фанатик, либо не читал его книг. И историю про войну Муаввии, который восстал против праведного халифа имама Али, Рашид тоже знает, он проходил эту тему. Ну, шейх Харари тоже в Сарихуль-Баян, в одной из макаля, где он разбирает вопрос хукма тех, кто сражался против Али, говорит, что нет, как бы нельзя проклинать его, ругать Муавию нельзя. Здесь тоже об этом говорится, что нельзя ругать Муавию и так далее. Он лишь говорит о том, что они, войско Муавии, были, они выступили и совершили грех выступлением против Амируль Муминина. Значит, здесь он признает, что нельзя ругать Муавию, нельзя ругать сподвижников, он это признает здесь. И некоторые, значит, братья, которые агрессивно настроены, говорят, что они там оскорбляют Муавию, порицают Муавию и так далее. В сражении Али и Муави. И, ну, значит, суть этого вопроса заключается в том, что
И Али, радиаллаху анху, был прав в своем сражении, и истина была на его стороне, потому что он был халифом, чье правление имамом было установленным. Значит, все остальные были обязаны ему подчиняться и не имели права выступать против него. У них этого не было права, они являются бунтовщиками. И историю про войну Муаввии, который восстал против праведного халифа имама Али, Рашид тоже знает, он проходил эту тему. Поэтому было бы благо исправить ошибки своего коллеги, чтобы он не распространял вот так неправду среди мусульман Казахстана и среди других людей. И в заключении, знайте, пожалуйста, предупреждать от тех, кто дает неправильные ответы по исламу, это не фитна. Наоборот, фитна и смута – это когда люди безразличны и молчат. В таком обществе будет легко распространяться заблуждение, когда многие либо лентяи, либо эгоисты, либо невежды. Пророк Мухаммад, алейхиссалям, учил, чтобы люди были заботливыми и чтобы предупреждали от такого типа людей, который приступил к границе дозволенного и вредит другим. Пророк сказал о таком: «Уткуруху бима фих» – «Упоминайте о нем то, что в нем есть». «Хатта яхдараху нас» – «Чтобы предупредить людей», – передал имам Аль-Байхакий. أن شاباً كان يدرس عندنا منذ نحو 23 سنة وهو من آل الكوسة وكان آنذاك هذا الشاب تلميذاً في الجامعة العربية في بيروت يدرس في الجامعة حيث تعرف على بعض إخواننا تلاميذ الشيخ عبد الله وصار يتردد إلى مجالس العلم وصار يجد ويجتهد لتحصيل العلم الديني الواجب وما يحتاج إليه المرء للخلاص من الوقوع في عذاب النار في الآخرة ثم بعد مدة سنة أي منذ نحو 22 سنة مات هذا الشاب رحمه الله تعالى ودفن في ناحية من نواحي بعلبك في لبنان ثم منذ نحو ابن محمد الهرري الحبشي.
أذكر نبذة قصيرة عن هذا الشيخ الطيب القرشي وأمه هي السيدة فاطمة من ذرية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكانت هي أيضا من الصالحات الشيخ في طفولته في بلدهم كان يخرج لمجالس العلم مع كبار مشايخ وعلماء البلد ومن هؤلاء الشيخ محمد عبد السلام وهذا الشيخ محمد عبد السلام هو من مشاهير وعلماء ذلك البلد كان له جد من الأولياء يقال له الشيخ خليل الشيخ محمد عبد السلام الذي كان يأتي إلى شيخنا وشيخنا كان ما زال طفلا كان هو يأتي بنفسه ثم يقول الشيخ فكان يستتبعني يعني كان يجعله يمشي وراءه يحفظني العلم ويأخذني إلى مجالس العلم كذلك من مشايخ الشيخ أيها الأحباب شيخ يقال له الشيخ أحمد عبد المطلب كان إمام الحرم المكي والشيخ أحمد عبد المطلب كان ألف في الفقه ألف كتابا فيه 7,000 بيت الشيخ رحل إلى المدينة المنورة وجار فيها ثم رحل إلى بيت المقدس ثم رحل إلى بلاد الشام وكان محدث بلاد الشام الشيخ بدر الدين الحسني هذا الشيخ بدر الدين الحسني كان من أكابر الأولياء واحد من المشايخ يقال له الشيخ أحمد الحارون رضي الله عنه كان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ثم قال له بأنه يأتي رجل صفته كذا وكذا يكون هو خليفة بدر الدين الحسني فكان هذا يراقب الناس الشيخ أحمد الحارون إلى أن جاء الشيخ كان مرا فلما نظر إلى وجهه قال له أنت ما اسمك فقال الشيخ أنا اسمي عبد الله ابن محمد الهرري فقال له أنت الذي أراني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي عنك بأنك أنت خليفة الشيخ بدر الدين الحسني في الحديث العالم العارف القدوة المكاشف الشريف بن سليمان الأندلسي الخلوتي الشاذلي ومن نماذج التلاقح بين المغرب والحبشة في الأسانيد العلمية الشيخ المحدث عبد الله الهرري فقد قرأ فقه المذاهب الثلاثة وأصولها على الشيخ محمد العرب الفاسي ويروي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي عن الشيخ محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني ثم ساق سنده وبل شاروغي وكشي ومضاري وي وي دالي بليخ الله عالمي وأرخو يل شلخ بديوش عالمي وأرخو كفر الله وخديا شيخ عبد الله الهرري كفر الله وخدياش سر الله بأرغو خويا سي قل ضيا
الشيخ عبد الله عليه اللهم صل على محمد وعلى الشيخ عبد الله الهراري رحمة الله عليه yang memberikan pengijazahan dan sanad tentang ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu fardu ain dan sebagainya. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. اسمعوا يا أخواننا ويا أحبابنا، من يومين امرأة اسمها مدلين غزاوي من منطقة الفاكهاني، ما بنعرفها ومنا من عنا ولا من الجمعية ولا من جماعتنا، ولا هي بتعرف الشيخ ولا سامعة باسم الشيخ، عمرها 50 سنة، مفلوجة، بتشوف الرسول بالمنام بيقولها عندكم رجل في بيروت، عندكم شيخ في بيروت اسمه عبد الله الهرري، هذا منزلته عالية عند الله والجنة مفتوحة له، والجنة مفتوحة له، اذهبي إليه يتغير مجرى حياتك عنده. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم تسأل يا عمي مين الشيخ عبد الله الهرري، ما سامعة باسم الشيخ، ما سامعة، تسأل واحدة بتقربها سألت بنت الحج أبو أحمد ربيبة. شيخ عبد الله Шейх Абдуллах Аль-Харари, он сказал такие слова: «Тот, кто оставляет распространение правильных знаний по исламу, имея возможность распространять их, оставляет, то такой человек подобен тому, кто во время войны убежал из поля битвы, бросив своих братьев и сестер». Шейх Камаль-Хут, он свое признание здесь уже написал и нам передает. شافها للحاج يونس ملا الذي جاوز 80 ورافق شيخنا عبد الله في التلقي من بعد مشايخه فقال عندما كان شيخ عبد الله في 70 كان يقول لأقرانه إذا دعوه إلى اللعب ما خلقنا لهذا. شيخ كمال حود говорит мне рассказал شيخ يونس ملا этот человек уже ему больше 80 лет, он уже пожилой, в преклонном возрасте, и они вместо, значит, что ходили к большим ученым в поисках знаний. Когда шейху Абдуллаху было 7 лет, и его друзья звали его на игру,
чтобы он тоже с ним поиграл, а шейх Абдуллах в ответ к ним говорил: «Ма хулиқна лихаза», мы не для этого созданы. Аллаху Акбар. Уважаемые мои, обратите внимание, ребенку 7 лет, и он в этом возрасте 7 лет, он говорит как взрослый, мудрый человек, который что прожил где-то 70-80 лет, он говорит: «Ма хулиқна лихаза», мы не для этого созданы. Мы не для этого созданы. Значит, настоящее имя шейха Абдуллаха – Абдуллах. Отца звали Мухаммад. Деда звали Юсуф. Прадеда звали Абдуллах. Прадеда звали Джамия. Вот этот человек, Джамия, прапрадед, он был родом из Мекки, он курайшит. Вот этот человек, шейх Джамия, он переехал куда? В Сомали, а потом уже приехал в Эфиопию и в Аль-Харар, Ярар, и там он уже остановился, женился и укоренился. Мин аджли ифбати бидаяти шухури ва антихаиха. Иннама далика якун биль-иътимади аля аль-мураакаба. Лил-хадиси ла тасуму хатта тарау аль-хилал. فالنبي صلى الله عليه وسلم الدكتور خالد محمد الملكاوي حاصل على شهادة دكتوراه في الحديث وحاصل على شهادة دكتوراه في العقائد Спрашивают, кто такие Ахбаш. Мы уже много раз отвечали на этот вопрос, но повторим ответ на него снова, дабы была польза. Этим словом, словом Ахбаш, о котором вы спросили, а также словом Харария, стали называть одну из групп, принадлежащих Ахлюсунна в Иордании и за ее пределами. Это группа ашаритов-шафиитов. Они учат людей мазхабу аш-шафии и акида аш-шария и предостерегают от тех, кто противоречит Ахлюсунна. Предостерегают от ваххабитов, муаттазилитов и от каждого, кто своими убеждениями противоречит убеждениям Ахлюсунна. Это они, те, кого некоторые называют Ахбаш, стоят на позиции предостережения от этих сект. А что делают те, которые отошли от Ахлюсунна? Они стали наговаривать на этот джамаат и распространили клевету, сказав, что этот джамаат якобы обвиняет мусульман в неверии и разрешает то, что Аллах запретил. Но кто же они на самом деле? Кто эти люди, которых сектанты называют Ахбаш? Они относятся к Ахлюсуннати валь-джамаа. Они ученики шейха Абдуллаха аль-Харари. Есть шейх, относящийся к Ахлю Суннати валь Джамаа, по имени шейх Абдуллах аль-Харари, который учил людей пути Ахлю Сунна, учил их акида аш-шария и мазхабу аш-шафии. А эти враги пути Ахлю Сунна для того, чтобы отвратить людей от шейха, отдалить их от получения знаний у него и у его учеников в Иордании из общества ислама арабской культуры, стали говорить: «Это Ахбаш, Харария, они такие, такие, такие». Однако же все, что они говорят про шейха и его учеников, это ложь и клевета. Шейх не говорил, что зина дозволена. Они сказали, что шейх разрешал прелюбодеяние. Шейх не дозволял азартные игры, это харам. Они же сказали, что шейх разрешал азартные игры. Они оболгали шейха, сказав, что он якобы дозволял женщине выходить на улицу непокрытой. Сказали также, что шейх якобы разрешал ихтилат аль-мухаррам. Но их основная цель, когда они наговаривают, это отдалить людей от обучения пути Ахлюсунна, чтобы люди, у которых нет знаний, стали игрушкой в руках ваххабитов, чтобы они были оставлены без знаний, что позволило бы легко ввести их в заблуждение.
Я сам из числа учеников шейха Абдуллаха. Я из тех, про кого говорят хабашит. Так меня называют. Но разве вы слышали от меня, чтобы я назвал себя так? И разве мы говорим о нашем обществе ислама арабской культуры, что это общество хабашитов? Что мы говорим о нашем обществе? Мы говорим, это общество, относящееся к учению Ахлю Суннати валь Джамаа. Что я говорю о себе? Говорю, я из числа Ахлю Суннати валь Джамаа. По милости Аллаха, мне выпала честь учиться у шейха Абдуллаха. Шейх Абдуллах – представитель Ахлю Сунна. Он ни в одном вопросе не противоречил пути Ахлю Сунна. И только его враги, враги пути Ахлю Сунна, порочили его. А на самом деле, нет у шейха противоречия этому пути ни в одном вопросе. Даже в половине вопроса нет противоречий. Эти книги, которые у вас в руках, это книги шейха Абдуллаха. Это книга «Шарх Акида Ат-Тахавия», которые у вас есть. Это одна из книг шейха, в которых он разъяснял труды ученых Ахлю Сунна. Кто такие Ахбаш? Они ученики шейха Абдуллаха Ан-Харари. Это крупный ученый, факих, глубокознающий и смелый, прочно стоящий на пути истины. Шейх Абдуллах Ан-Харари поселился в Бейруте, но сам он темнокожий. Люди говорят о нем, что он из числа Ахбаш. И его джамаат самый сильный и самый смелый. Шейх Абдуллах Ан-Харари – один из тех, кто глубоко изучил суть лжеучения ваххабитов и показал это людям. Ваххабиты, когда не знали книг Ибн Таймии, шейх Абдуллах Ан-Харари показал им то, что написано в них. Шейх Абдуллах раскрыл заблужденность и порочность ваххабитов. За это они назвали шейха и его учеников Ахбаш. Ахбаш – это группа наиболее ненавистная ваххабитов, потому что они раскрыли все бесчестие и позор ваххабитов. Раскрыли заблуждение ваххабитов перед учеными. Шейх Абдуллах помог нам узнать то, чего мы не знали. Шейх Абдуллах Ан-Харари выучил наизусть Аль-Кутуб Ас-Ситта, когда ему не было еще 10 лет. Также он выучил наизусть весь Коран. Он крупный ученый, трудно найти подобного. Шейх Абдуллах Ан-Харари очень скрупулезен, тверд и очень строг в отношении заблуждений. И по причине этой его строгости некоторые современные религиозные деятели сильно не взлюбили его, и им не нравилось, что шейх Абдуллах Ан-Харари исправлял их. Он указал на ошибки Аль-Кардауи, указал на ошибки Саида Сабиха, ошибки Мухаммада Саида Рамадана Аль-Бутия. Это человек, который всегда твердо придерживался пути истины, независимо от того, перед ним стар или мал. И если кто ошибся, он говорил прямо, ты ошибся. Шейх Абдуллах указал на ошибки многих религиозных деятелей, в связи с чем некоторые из них держали на него обиду и порицали его. Они, Ахбаш, не из ваххабитов. Напротив, это джамаат, который раскрыл заблуждение ваххабитов. Саид Кутуб также был облечен шейхом Абдуллахом Ан-Харари, и это правильно, потому что убеждения ихванджитов и некоторых других людей ложны. Однажды Кардауи в дискуссии, проходившей в прямом эфире, даже не с шейхом Абдуллахом, а с его учеником, не смог опровергнуть своего оппонента, ни единого слова не смог промолвить в ответ. Восхвалительно, шейх Абдуллах Ан-Харари один из крупнейших ученых, которому Аллах даровал глубочайшие знания во многих областях знаний, из числа которых наука о хадисах пророка Мухаммада, мир ему и фикх. Он обладатель широкого знания, глубокого видения и дальновидности. Thank you.
أحلى موهام إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي انهبت عادي على انسام من عضة شفتي وفركتي ديني يا عمري اللي راحت أحلى موهام إن كان ما ضمت يمينك إيميني يا وجدي إن هبت دعادي على انسام من عضة شفتي وفركات ذيني